Алиска переноску не боится, сама туда заходит. Да, Алис? Кого Алиса возьмет с собой на прогулку? Конечно же, Юмичу. Юмичу уже готова. Юмичу уже в шарфике. Юмилята моя. Юми, ты хочешь с Алисой поехать? Ты уже шарфик надел. Привет, я Аня, и ты на канале о моей жизни с животными. И сегодня наша маленькая киска Алиска впервые в жизни поедет на машине. Она сейчас сидит в переносочке, к которой уже, в принципе, нормально относится. Я ей там постелила пледик, плюс сегодня на улице тепло, а в машине уж тем более тепло. И я узнала, что Алиска, в принципе, сама, по-моему, очень хочет на улицу, потому что она постоянно выходит на балкон за мной и там все вынюхивает и смотрит в окна. И почему я решила вообще Алиску покатать на машине? Я хочу, так как она растет в собачьей семье, в большой, где много собак, чтобы она была такая активная кошка. Плюс я смотрю канал очень прикольный у японца, который везде своих котов, у него их несколько, они такие большие и толстые, берет с собой, даже ездит с ними на велосипеде. Поэтому я хочу, чтобы киска Алиска тоже стала очень активной кошкой. Так что поехали, подписывайся на канал, чтобы не пропускать наши веселые видео. Я взяла на подмогу киски Алиски для поддержки с собой Юмичу. Одна из моих собачек, они просто самые лучшие подружки с Юми. И мне кажется, что киса Алиса будет так лучше себя чувствовать в машине, она не будет думать, что ее куда-то увозят и хотят бросить, потому что она будет знать, что рядом с ней ее лучшая подруга Юмичу. Давай запрыгивай, молодец, киску Алиску. Я сейчас открою ей переноску, чтобы киска Алиска, ой, как в машине тепло. Юми, как всегда, перепрыгнула через заднее сиденье и назад залезла. Как теперь оттуда вылезти? Давай, вылазь! Выход. Так. Дадим киске Алиске освоиться тут. Алиска не знает, что такое машина. Она пока не понимает, что происходит вообще. Пишите в комментариях обязательно, с кем и где вы хотите следующий наш эпичный влог. Мы поехали, и киска Алиска из домика пока выходить не хочет. Я заставлять ее не буду. Я хочу, чтобы она сама решила. Юми едет у меня на коленках. И самое главное, уже хороший знак, что Алиска не кричит, не психует, не нервничает. Даже если она немножко переживает, в принципе, она чувствует себя спокойно и даже заинтересовывается. То есть вот она сейчас начинает потихоньку выходить. И это уже хорошо. Это какие-то новые события, плюс происходит же движение, то есть машина едет, какие-то шумы, звуки новые. И любому живому существу нужно привыкнуть. Вот Юми ее поддерживает. Мы сейчас остановимся, и я выйду из машины буквально на пару минут. Оставлю камеру, чтобы она снимала. А сама выйду, обойду так, чтобы они меня не видели. И мы посмотрим, чем они тут вдвоем занимались. Может быть, Алиска, наоборот, захочет выйти и посмотреть, что вокруг здесь происходит. Я вышла из машины и наблюдала за ними со стороны, они этого не знали. А вообще животных без присмотра оставлять в машине нельзя, ни зимой, ни летом. Летом это опасно тем, что очень многие, было куча жутких случаев, когда собаки и кошки погибали, потому что хозяева оставляли их в закрытой машине, и они там задыхались, потому что летом очень жарко. А зимой, если выключить машину, не как я сделала, а выключить, то в итоге в машине станет очень холодно, и они могут замерзнуть. Ну и вообще, в принципе, без присмотра в машине своих животных лучше не оставлять. Не лучше, а вообще не надо этого делать. Мы ненадолго остановились, и киска Алиска начинает сама потихоньку выходить. Алис, ты куда? Алиса, нет! Нет! Как я тебя сейчас буду оттуда доставать? Хотела себе активного японского котика, получила. Алиса вышла из домика и залезла под водительское сиденье. Пока я это говорила, она уже вернулась. Алиска, ну что, смотри, это же интересно. Как все интересно здесь, да? Алиска вышла и ходит то вокруг домика. Ты где там? То опять под кресло. Да что такое? В этот раз я буду следить как за Алискиной попкой и ждать, когда Алиса выберется, чтобы подстеречь этот кадр. Алис, давай, выходи. Алиска разговаривает. Вообще Алиска очень такая разговорчивая кошка. Она всегда отвечает. Давай, Алис, иди сюда, выходи. Джо,
Дядя, моя канализационная кошка, давай, вылазь. Конечно же, Алиске все интересно, она все обнюхивает, смотрит, изучает. У нее абсолютно новое место, в котором она никогда не была. Новые ощущения, еще и машина. Юмичу, ты что засела там в домик Алискиной и не поддерживаешь ее? Алис. Вот. Да? Не страшно же здесь? Вот молодец, Алиса. Алиска сама ко мне на руки вот вылезла, да, Алис? Почему именно я решила сделать это с Алискиного детского возраста, то есть с маленького? Потому что если бы, возможно, она была взрослой кошкой, реакция была бы другая, она бы еще больше боялась, стрессовала. Мы недавно перевозили кота знакомых, и он всю дорогу кричал, мяукал, очень переживал прям сильно. А если начинать, как и с собаками, с маленького возраста, то животному проще привыкнуть, и со временем оно уже будет не так бояться. Мы сейчас еще немножко проедемся, но я думаю, это уже у нас... супер большое достижение сегодня. Я ожидала, если честно, худшего. Но со временем все привыкают. Вот мои все собаки, Эйвен, Софи и даже Миша и Юмичу, они научились спокойно ездить в машине и прекрасно себя чувствуют. Не нервничают и не переживают. Алиска едет себе в машине, по-моему, чувствует уже себя вполне спокойно. Кисявка. Возможно, в Алискином спокойствии еще сыграла роль то, что рядом я и Юмичу, что говорит о том, что мы ее не бросили, мы тут, рядом, и вроде как бояться нечего. Так, сейчас закроем обратно Алиску. Мы приехали домой. Киса Алиса у нас в домике сидит. Юми, пойдем. Давай, выходи. Вот молодец. Юмичу уже побежала где-то к подъезду. А я считаю, что наш первый раз был очень удачным, и мы успешно справились с этим заданием. Так что сегодня на других каналах, на моем и на канале Magic Pets, в блоге питомцев тоже видео, ссылочка будет там, на ролики. Переходите, смотрите, подписывайтесь на все наши каналы. И увидимся скоро в новых видео. Пока! Мы пошли домой греться. А что греться-то, мы не замерзли? Юми, пойдем!